Спорим, ты меня не поймаешь? Ради бога! Ей-богу! Можно поосторожнее? Я столько сил потратил на цветы! Прости, ничего, мы их снова посадим. А скажи, как тебе удается менять цвет твоих глаз? Очень просто, я робот. Я хотел бы уметь то же самое. Мои глаза всегда одного цвета. Почему они у меня зеленые? Это хороший вопрос. Давай узнаем это сейчас же. Давай! Оригинальная концепция Кокты. Адаптация Лоренса Диаса и Стефана Карра. Режиссер Жан-Люк Франсуа. Путешествие Адибу. Как устроен человек? Почему мои глаза зеленые? Сейчас мы перед радужной оболочкой. Именно она дает глазу цвет. Вау! Отправимся внутрь глаза! Макроминиатюризация! Мы внутри одной из клеток, которые придают глазу определенный цвет. Вот мы видим зеленый пигмент, вроде маленьких горшочков зеленой краски. Но почему? Мои глаза, скажем, не черные или карие. В ядре клетки содержатся инструкции. В данном случае клетка должна производить только зеленый пигмент. Давай проникнем в ядро. Прямо сейчас! Почему мы не можем проникнуть? Ядро словно крепость. Оно пропускает лишь немногие молекулы. Смотри, одна такая молекула вот перед нами. Летим за ней. Мы тоже проникнем. Ух, мы едва успели. Что это за такие штуки огромные? Это хромосомы. В них много информации. Скажем, о твоей форме, цвете глаз или волос. А на что похожа эта информация? Она имеет вид молекул, называемых ДНК. Уменьшимся еще, чтобы рассмотреть их ближе. Давай! Ультраминиатюризация! ДНК такая большая! Давай представим, что ты велосипед. Ну нет, я умный робот, а не какой-то велосипед. А почему это так крутится? Не волнуйся. ДНК имеет форму большой двойной спирали. Информация записана вдоль нее, как секретный шифр или код. И этот код говорит, что мои глаза должны быть зелеными. Да, ДНК каждого человека уникальна. Ни у кого нет шифра точно такого, как твой. Робиток! Спасибо, Робиток! Спасибо тебе большое! Что это? Это своего рода декодер. Машина, читающая информацию с ДНК. Скорее всего, она проглотит нас и декодирует. Скорее! Скорее, Адибу! Отсюда есть только один выход! На Селесту! Значит, в ДНК Бузи есть код, и по этому коду у него глаза карие. Да, и еще, наверное, код, из-за которого он все время подшучивает. Ну что, теперь понятно, почему у тебя зеленые глаза? Да, глаза зеленые, потому что мои хромосомы содержат ДНК, секретный код, заставляющий клетки глаз производить зеленый пигмент. Пока!